Volkswagen представила концепт электрического внедорожника T-Prime Concept GT. На этой неделе на автосалоне в Пекине Volkswagen представил новый концепт электрического внедорожника, о котором ранее сообщалось на нашем ресурсе. Новый концепт электромобиля получил название T-Prime Concept GT, и, похоже, это ответ на успех гибридного автомобиля Mitsubishi Outlander FF. Volkswagen в своем пресс-релизе объявила о главных особенностях электрического внедорожника T-Prime Concept GT. Концепт представляет собой полноразмерный внедорожник, выполненный в спортивном и элегантном дизайне. Активный информационный дисплей и информационно-развлекательная система сливаются под прозрачным стеклом в салоне, чтобы создать область взаимодействия водителя с электромобилем. Интуитивно понятные средства управления и дисплей состоят из исключительно сенсорных экранов. Кроме этого, в автомобиле предусмотрено управление голосом и жестами. Полноприводная система 4 Motion может похвастаться 375 л. Запас хода на электротяге составит 50 км, а расход топлива будет составлять всего 2,7 л/сотом. Разгон до 100 км в час составит 6 секунд, а максимальная скорость гибрида будет около 224 км в час. Пока нет ни единого слова о том, когда новый концепт Volkswagen T-Prime Concept GT поступит в производство, однако компания говорит о большом будущем новой модели. Volkswagen представила несколько фотографий нового концепта. На этом пока все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего.